У нас три новых подписчика. Ну это ура. За одну секунду. Мне кажется, это один и тот же человек. Нет, он собирает, он просто собирает и потом оповещает. Это как грибочки собирают. Ты же, когда один грибочек находишь, ты же не говоришь всем, я нашел грибочек. Почему? Именно так я и говорю. Так. Это само не играется, да? Я не играю французскую, это ужасный дебют. Я не играю французскую, но уже сыграл же. Кстати, достаточно много комментариев у нас, да? Если ферзь b2, то ладья b1, конь b5, по-моему, не? Да, вот это я точно знаю. Это ловит ферзя. А правда ферзь за 2, да? Конь c7 уже есть. Ну, просто король d8. Ну, предлагай. Ладно, играем на компенсацию за 2 пешки. b4 будет, ну. Тут b4 это неприятно, c3. Ну, тут отпинали ногами. Не спеши с выводом. Меня всего лишь избили руками. Ну, двупольника нельзя отдавать такого. Почему? Ну, сейчас стоп, сейчас мат будет просто. Да. Вообще-то сейчас будет больно. Ну, да, что тут мелочиться. Вот ну, я думаю, что здесь что-то серьезное у меня есть. Вот это 3. Качество. Да, Даня Паньков. Спрашивает, можно будет ли попозже сыграть? Позже можно. Попозже можно, да, конечно. Ну и ладья d3 быстрее. Или так. А так сильно. Очень, видишь, без ферзя. Сейчас бы высказал свою любимую цитатку о том, что у тебя лишний слон. Ой, лишнее качество. У меня и ладья. Быстрее. Мат. Будьте внимательны на время соперника. Всем привет. Я специально подгонял. Всем привет. Наконец-то впервые читать под ником Top Secret 17. Это переводится на русский язык совершенно секретно. Да ты что, вообще ты гений английского. Ну я не знаю, у тебя-то все плохо, Кирилл. Так, 37 человек смотрит трансляцию, это неплохо. Я на немецком. Ты можешь это перевести как лучшая тайна, например. Блин. Никит, 37 это, 12 часов дня это в порядке. Так, мы уже играли с флиппером. Ну и хорошо, ты играешь. О, королевский, отлично, давай тут вариантик. Он, я уверен, он у него полезен. Будем играть унылую защиту шалопа. Это самое то для марафона. Ты уже четвертым ходом думаешь, что здесь играть. Ладно. Нет, бы просто пошел конь c6, слон c5, а выписал люлей просто. Не-не-не-не. Там даже думать не надо. Да, потому что там Бройган сразу в черных. Поэтому думать не надо. Конечно, король. Вы тоже были королями, если бы весь год только на этом языке и говорили бы. Вообще, Кириллу надо дать должное. Если бы не Кирилл, я бы, наверное, уже забыл бы русский. Ну так. Так, ну, как вы относитесь к тому, что... Я просто... Подви, пожалуйста, Никит, вот чат вот чуть-чуть левее. Еще. Вот так, да. Меня раздражает теперь. Сильно? Нет. А, кстати, вон видно. Я хотел спросить, вон видишь, видно, сколько людей смотрит? 37 человек. Да. Я думал, что у нас не будет такого удовольствия. Как вы относитесь к тому, что Магнус Карлсон во время матча с Тиграном Петросяном, помимо того, что ел, еще и слушал музыку? Нормально. Ну, это помогает играть в блиц. Особенно вот в интернет-режиме, поэтому его вполне можно понять. Вот то, что он ел на камеру, это, конечно, не очень прилично, если честно, и выглядело некрасиво. А вот то, что слушал музыку, ну это его дело. Ну, давай следующее. Кстати, Магнус играл с Тресадом очень сильно. Рекомендую всем посмотреть этот матч. Это наше первое поражение. От Никиты? Да. Никита очень силен. А я очень медленный.
Так, ну что у нас? У нас каталон. А вот это довольно приятно. Вот видишь, эти тигры, он грибами их, прям плюшками их собирает. Не знаю, как это правильно сказать. О чем? Ну вот, А, про фолловеров. То есть он, почему у нас так видишь, много их, тем не менее? ну, подтягиваются люди. Мы же унылы, очень унылы. D6 это был очень умелый ход. Никита очень быстрый. Да, аж на целую 1 секунду быстрее нас. Это безусловно. Да, развалился чуть-чуть. Я думаю, сдастся там. Мистер Солянка. Спасибо за партию, Никит. Слушай, мы подняли уже 150 пунктов. Неплохо. Пойдет, пойдет. Я просто завести кошелек для криптовалюты. Я не знаю, что это такое, к Что бы это сожалению. ни значило. Видимо, это юмор. Вот-вот. Сергей Буревский предлагает безрейтингово. Что скажешь? Нет, исключительно. Это... Исключительно. Нет. Кирилл занимается тем, что исключительно Стоп, отжимает рейтинг. стоп, Точнее, стоп. не Кирилл, а марафонец Кирилл. В этом марафоне все должны страдать. Все. Так, ну давай, ты кинул вызов. По минутке. Да. Ждем, да? Ну вот две есть. Кто примет две? Что ж... Дожмут, а опять будет партия по 15 минут. Сергей предлагает даже рейтинговую партию. Ну, Он тогда... столько хочет нас обыграть. Так. Платон интересуется, почему никто не читает его комменты. Потому что тебе 12. Так-то, кстати, там мата не будет сейчас. Ломата. Белый сейчас просто мат Это же дадут. теория, какой мат. И в шапку, бабки в шапку, гони монету, сделаем счастливее всех бездомных поросят планеты. Бабки в шапку, бабки в Играет шапку, внеси крутая свой песня. вклад в дело спасения бездомных поросят. Тебе пожертвовали 5 рублей? Да. Как ты относишься к Noise MC? Чему? Noise MC. Noise MC? Да никак, нейтральный. Крутой мужик. Ну, по крайней мере, раньше был Смотри, крутым. как сильно меня бьют, просто Ну, избивают. тогда, вообще-то. Слушай, ты, по-моему, первое поражение. Я верю в Сергея. Я, если честно, тоже по такой-то позиции. Так. Я, кстати, не Ну, мне поеду. кажется, 5 это да. А мытовать-то как, кстати? Лишняя фигура, да, но мытовать как? Вот, уже отлично. F4, наверное. Здесь. На взятие ферзя конь f1, да? А, конь e2, так, фигура сохраняется. Получается лишний конь. Да что ж такое? Так надеялся на ладья один, ладья H2. Даже не стал озвучивать эту идею. Что вообще он пишет, этот мужик? Мы очень далеки от таких. Нас больше. Кирилл, Да. я для тебя плохие новости. Что случилось? Нет.